Как-то в одном из комментариев меня спросили, как я отношусь к бегу. Я сказала, что к бегу я отношусь положительно, но только в том случае, если он безопасный. Что значит безопасный бег? Я знаю, что многие читали такую информацию, что когда мы бежим, то получаем компрессионную нагрузку на позвоночник, особенно на нижний его отдел в районе поясницы. А, как известно, поясница – это такая наиболее проблемная часть, наиболее проблемная зона нашего позвоночника, и очень многие страдают болями в поясничном отделе. Я не исключение. Я тоже раньше, до того, как я начала заниматься здоровым образом жизни, я частенько испытывала боли в поясничном отделе. И сейчас, когда я очень активно ввожу различную физическую нагрузку в свою жизнь, ну, для того, чтобы сохранять себя в хорошей форме, я поняла, что бег исключать нельзя как таковой, потому что это все-таки очень хороший общеукрепляющий вид физической нагрузки, и это и дренаж лимфы, это и кровообращение, это и просто укрепление мышц. Это и бодрость, и радость жизни, радость движения. Но бег должен быть безопасным. Я для себя придумала такой вид бега, который я назвала безопасным. И я вам сейчас покажу, что он из себя представляет. Поняли из кадров, которые я вам показала, безопасный бег – это не бег по равнине. Это бег с использованием подъема и спуска и с использованием обычных лыжных палок. Это обычные лыжные палки, никакие не для скандинавской ходьбы. Это самые простецкие, старенькие лыжные палки. Они даже вот у меня до такой степени старенькие, что на одной палке уже нету вот этого обмотки для руки. Вот. Но это не мешает мне использовать их для своих занятий безопасным бегом. В чем заключается сущность этого бега? Во-первых, в том, что вы бежите не по равнине, а в подъем. И у вас получается, что расстояние между стопой и поверхностью земли гораздо меньше, нежели вы бежали бы по равнине. Таким образом, у вас уменьшается компрессионная нагрузка, то есть ударная нагрузка очень-очень сильно уменьшается. А во-вторых, вы используете палки. Когда вы используете палки, вы делаете упор корпуса на руки, то есть у вас очень большая часть вот этой ударной силы приходится именно на руки и на верхнюю часть корпуса. Таким образом, нижняя часть получает гораздо меньшую нагрузку, и именно это делает ваш бег безопасным. Используя подъем,
для того, чтобы бежать с палками, вы также можете использовать и спуск. Ну, на спуске вы бежите уже без палок, но спуск хорош тем, что вы, опять же, не испытываете компрессионной нагрузки на позвоночник. Вы работаете только мышцами ног для того, чтобы совершать такие мелкие-мелкие шажки, но чтобы удобно было спускаться. И при этом вы не ударяетесь, да, нет удара. Опять же, потому что расстояние между стопой и землей очень маленькое. Таким образом, бег в подъем и со спуска с участием лыжных палок в подъем и без палок на спуске как раз и является самым безопасным бегом для тех, у кого есть проблемы с позвоночником, для людей с несколько излишней массой тела, для людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и для тех людей, которые только начинают свой здоровый образ жизни и только начали приносить в него какую-то физическую нагрузку. Но сразу хочу оговориться, что если лишнего веса очень много, ну, порядка там 20-30 килограмм лишнего веса, то даже с этим безопасным бегом нужно быть довольно аккуратным. И начинать буквально там с 5 минут занятий с очень низкой скоростью, то есть в очень низком темпе, и не делать большую амплитуду, то есть делать очень маленькие короткие шажки. Постепенно, с увеличением нагрузки вы будете привыкать к этому виду движений, вам будет даваться это все легче, а если вы еще к тому же будете параллельно заниматься коррекцией питания и тем самым снижать вес, вам такая нагрузка будет даваться намного более легко, и вы очень быстро придете к тем результатам, которые вы себе поставили. Благодарю вас за внимание. Желаю всем прийти к здоровому образу жизни. Надолго не прощаюсь. Ваша Байчи.